В Казахстане появится новый вид воинской службы. В 2025 году на добровольной основе в стране планируют привлечь 2000 военных резервистов. Об этом в Мажилисе рассказал министр обороны Руслан Жаксалыков. Желающими поступить на службу в резерв будут заключать контракт сроком на 3 года. Они смогут ежемесячно проходить краткосрочную подготовку в воинских частях в своих городах, а также 30-дневные сборы по приказу главы ведомства. По подсчетам Минобороны, на содержание и обучение резервистов ежегодно из бюджета потребуется около 3,5 миллиардов тенге. Добровольцам предложат минимальную заработную плату на период прохождения службы и полное социальное обеспечение. Военнослужащие в резерве при объявлении тревоги смогут моментально приступать к выполнению боевой задачи. В Минобороны надеются за счет резервистов дополнительно укомплектовать казахстанскую армию в краткие сроки. Отмечу, подобная практика применяется во многих странах.